Что у тебя болит? Эй, я могу тебе помочь? Я чую душу в поисках ответов. Что у тебя болит? Здравствуй, друг мой! Послушай мои рассказы.
Эй, я могу тебе помочь! Что у тебя болит? Залом героев находится палата костей. Вечная смерть постигнет того, кто захочет украсть сокровища, хранящиеся в ней. Так сказал повелитель ужаса, и так написано. Что у тебя болит? Я чую душу в поисках ответов.
Приветствую тебя! Добро пожаловать в таверну Восход! Боюсь, мне ничего об этом не известно. У Каина есть много книг. Может быть, он поможет. Эй! Я могу тебе помочь? Я ничего не знаю о таком месте. Спроси Каина, он может рассказать много чего. Я не удивлюсь, если у него есть несколько ответов на твой вопрос. Здравствуй, друг мой. Послушай мои рассказы. В книге говорится о палате человеческих костей. Палата костей упоминается в некоторых древних писаниях, которые я изучал в библиотеках Востока. В тех вариантах написано, что когда повелители подземного мира желают защитить сокровища от воров, они создают такие места, где душа того, кто погибнет там при попытке похитить сокровища, навечно станет их стражем. Какой парадокс, не правда ли? Даже выпить не дают, спокойно. Ладно, слушай. Есть такая палатка. Его жена, ты знаешь, ее. Говорит, что это дерево. Ну как надо подышать? А я ей говорю, это сработает против него. Если думаешь, что я подышу сам, то да. Что у тебя болит? Похоже, это очень опасное место. Будь все время начеку, если попадешь туда. Добрый день. Чем я могу служить? Боюсь, я ничего об этом не слышала. Может быть, рассказчик Каин поможет тебе? Сокровищ, говоришь? Может быть, я и куплю у тебя несколько вещиц. Или куда лучше, если ты купишь у меня что-нибудь редкое и дорогое, что поможет тебе пройти это испытание. Я чую душу в поисках ответов. Ты навечно станешь слугой повелителей тьмы, если тебя постигнет смерть в том проклятом месте. Входи в зал слепых на свой страх и риск.
чую душу в поисках ответов. Могу тебе помочь? Здравствуй, друг мой! Послушай мои рассказы. Я чую душу в поисках ответов. Я могу тебе помочь! Здравствуй, друг мой! Послушай мои рассказы! Эй! Я могу тебе помочь?
Я чую душу в поисках ответов. Что у тебя болит? Я чую душу в поисках ответов. Oh my.